господа, встречайте! Бесстрашный Люк со своим головокружительным трюком! Рамина здесь? Чей малыш? Твой. Ты не собиралась мне рассказать? Тебя не было целый год, просто взял и исчез. Это мой сын, я хочу его воспитывать. Я рос без отца, и вот каким стал. Как ты будешь заботиться о нас? Я не представляю для себя иной работы. Ты достаточно умен, чтобы заниматься тем, чем хочешь. Зачем ты ввязался в это? Я кот, Джен. У тебя есть сын. Ты должен его содержать. Найди лучшее применение своим способностям. Твой талант – ключ от пещеры сокровищ. Хотите остаться в живых? Поднимите руки! Говорит 105-й, преследую подозреваемого. 104-й, вижу мотоциклиста. Скажи, что это от меня. Я его отец. И отвечаю за него. Офицер Де Лука, у нас ордер на обыск. Что вы ищете? Деньги, которые Люк Лэнтон мог передать вам. 14 тысяч долларов. Львиная доля достается нашему герою. Это ваша проблема. Я ставлю вас в известность, потому что действую по инструкции. Хочу успеть дважды за день. Поднимайся! Я не позволю тебе подставить нас. Есть только один выход, но тебе он не понравится. Если летаешь как молния, разобьешься с громом.